дальше как, Лучик? А дальше я не знаю. Мама, мама, а можно я полечу к Тачана? Она научит меня? Ну, конечно, можно, Лучик. Начатое дело нужно всегда довести до конца. Лучик, смотри, смотри, Тачана уже ждет тебя. Тачана! Эй, Тачана! Эй, я лечу к тебе! Салам, Лиже, Лучик! О, салам, Лучик! Тачана! Тачана! Научи меня по-марийски до 10 считать. Пожалуйста, ну пожалуйста, научи. Обязательно научу. Ребята, поможем Лучику? Ага, да, научим. Спасибо, ребята. Лучик, посмотри, что тебе принесли ребята. Это же воздушные шары! Ой, какие красивые и разноцветные! Да, Лучик, ты де шар. Тачана, а шар по-марийски звучит точно так же, как и по-русски шар? Да, точно так же, шар. Молодец, Лучик, ты очень внимательный. Ты де мо? Ты де шар. Лучик, шар-мотор? Шар-мотор! А еще, Тачана, шар-кугу! Молодец! Пешсай, Лучик, а мняр шар? Тачана, а что означает слово мняр? Я не понял. Ты не огорчайся, Лучик, мы тебе подскажем. Правда, ребята? Да! Да, Лучик! Мняр? Сколько? 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 Маняр. Маняр? Сколько? Лучик, а давай сосчитаем, сколько у нас шариков. Маняр шар. Шотлына? Сосчитаем? Сосчитаем по-марийски шотлына. Правильно, Тачана? Шотлына сосчитаем. Ты меня правильно понял. Шотлына сосчитаем. Маняр шар? Шотлына? Шотлына! Икот, кокот, кумот, налот, визот. Кудот? Шесть. Ага, шесть, кудот. Шамот? Семь. Ага, семь, шамот. Кандаш? Восемь. Восемь, кандаш. Индеш? Девять. Девять индеш. Лу? Десять. Десять лу! Лучик, мняр шар? Лу шар. 10 шаров. Лучик, а теперь раздай обратно ребятам шары, называя цифры на шарах. Ага, икот, кокот, кумот, налот, визот. Кудот, шамот, кандаш. Индеш. Ага, индеш. Лу. Молодец, Лучик. А теперь угадай, с какой цифрой шар за моей спиной. Икот. Нет. Уке. Кокот. Уке. Кудот. Да, кудот. А Уичук с какой цифрой шар спрятался за спиной? Шамот. Правильно, шамот. А, Лучик, а у меня с какой цифрой шар за спиной? Визот. Уке-уке. Лу. Уке. Тогда индеш. Нет, кандаш. Правильно, кандаш. А у тебя вообще за спиной шар с цифрой лу? 10. Окей. Нет. Ну тогда индеш. Индеш. Молодец. А у Чачи шар с цифрой лу. Молодец. Правильно, лу. Лучик, с какими цифрами шарики у тебя в руках? Кудат, шамот, кандаш, индеш, лу. Молодец, Лучик,
у тебя все получилось. Научился считать по-марийски до 10. Хорошо получилось у нас. Спасибо тебе, Тачана, Айвика, Чачи, Хвачи. Всем-всем спасибо. Мне так весело у вас. Ой, какие красивые у вас имена. А мое имя по-марийски как будет звучать? Ты же у нас волшебный лучик. Маленькое волшебное солнышко. Ребята, а что если мы лучика будем называть Юкечи? Да-да, Юкечи! Юкечи! Ой, и мне нравится! Юкечи! Юкечи! Лучик, что ты там расшумелся? Не пора ли домой? Ребята, мне пора домой! Лучик, эти шары – подарок от нас твоей маме. Возьми их с собой. Спасибо, ребята! Спасибо вам! Маме будет очень приятно. Чеверон! Эй, чеверон! Чеверон! Мама, мама! Ребята послали тебе подарок! Спасибо! Хорошие у тебя друзья! А ты сделал свое дело до конца? Да-да! Вот, послушай! Икат-кокат-кумат-налат, визат-кудат-шамат-кандаш-индеш-лу! Лу-шар! А сколько шаров? Мняр-шар. Сосчитаем, скажем, шотлына! Молодец, Лучик! Ты у меня умница! Мама, а ребята меня по-марийски будут называть Юкечи! Для меня ты всегда будешь Лучик. Но если тебе нравится имя Юкечи, то я тебя буду называть Лучик Юкечи. Спасибо, мама. Спасибо тебе. Красиво поет! Ребята, и нам с вами пора прощаться. Чеверын, до новых встреч!